Добро пожаловать ко мне на канал, не прошло и полгода, добро пожаловать на новый выпуск. Очень соскучился, так же, как и вы по мне. Блин, ну я же начало снимаю, ну ёпара сетэ. Я нахера встал сюда? Включаем выпуск погромче, чтобы на вас вызвал сосед мусоров. Оставляем лайки, пишем комментарии, потому что за самый топовый креативный комментарий вы получите 5000 рублей. Нихуя себе, хватит на самую дешевую путану. Сажаем рядом девчонок, пальцы в киску, в собаку одеваем на хуй, делаем погромче и смотрим этот выпуск. Бау! Давайте скорую вызову. Нафига мне скорая? Тебе хуёво как-то? У меня инвалидность есть? Нет. А я сейчас позвоню в психушку, тебя заберу. Мне просто очко на днях порвали. Какое очко? Трещина анальная какая-то пошла. Я тебе сейчас глаз прострелю. Сука, ты НХ нахуй ехал? Куда, блядь? Что, блядь, делаешь, блядь? Кто меня трогает? Блядь, вы можете остановиться? Я не буду за вами бегать, блядь. Я сейчас зубы выбью. Ты мне сейчас хуй сосёт. Компьютерные девайсы не интересуют. Ты что, блядь, дебил? Я бы заработал. Чтобы у вас вирусы были, чтобы у вас программы не запускали. Это 2,5. Давай миниет. Ты что, ебанулся? Ты мне икру, я миниет. Пошел нахуй. Другим подойдешь, тебя убьют. Сейчас головы не все в порядке. Я просто хочу вам пизду отлизать. Это острое, да? Модно? Ну как модно, скажем, приемлемо. Я тебя знаю, брат. Можешь с тобой защищаться, пиздец? Да, я тебя обожаю, нахуй. Да, говори. Охуеть. Ты накурен сейчас? А? Накурен, да? Вообще мясо. Я, бля, обожаю твои видосы просто. Предложи типа отсосать вот этому. Да не, нихуя. А что? Ну для контента. Бля, ну короче, ты людей, короче, подъебываешь, охуйте. Вдруг мне не поверят. Давай вот так, чтобы друг вообще не поверил. Нет, так вообще не варик. Учишься ты на актерском? Нет, я в школе учусь. И куда собираетесь поступать? Конечно же, в ГИТИС. У вас это получится. Честно? Непременно. Спасибо вам большое, Маргарита Ивановна. Вы просто самая лучшая женщина на этом свете. Я не сомневаюсь в этом. Удачи вам, молодой человек. Ты что, придурок, что ли? Что у них с воспитанием? А у тебя что? А что она мне говорит такие вещи? Что она тебе говорит? Типа черт. Я говорю, в смысле черт? А что она такие вещи говорит? Сука ей прикольная. Ну, блин, со словами я бы поаккуратнее был, реально. Кто-нибудь другой бы подойдет вместо меня, сожрет же ее. Чё, как дам? А чё она гавкает? У тебя что, что-то с нервной психикой? А? Да не знаю, она гавкает. Она и будет гавкать. Да? У меня просто собаки, у меня кот. Прикольный пес. Я бы ему вставил. Блин, у меня у девчонки тоже такая знакоменькая, тоже коричневая. 2 годика, да? Блин, милый такой. А почем он такой? По-разному. Блин, хочу девушке просто подарить. 1100, наверное. Ага. А он писю лежит, не? Что делает? Писю лежит. Нет. Я просто девушке хочу взять. Зачем? Я не делаю куни. Надо учить, дрессировать. Как вас зовут? Николь. Николь. Кидман? Да. Блин, класс, трахнул бы ее. Хорошего дня. У тебя писька просто отпад. I do anything to make you smile, bitch. Travel around the world and come back home and... They say I get spicy, step out this ain't mild. Ой, ой! Я охуел? Да что такое? Сейчас как дам! Блядь, за что нахуй? Да ты охуел? В смысле, блядь? Чё, он ёбнулся, что ли? Что случилось? 350 рублей из кармана должна платить. Ты берёшь 2 книжки, прячешь их себе, ну, и застёгиваешь. Я присматриваюсь. Ты, блядь, воруешь. Я присматриваюсь. Хочешь, сейчас ментов вызову? Я просто хотел ознакомиться. Мне ознакомиться туда потихонечку. Ну вон на остановке. А, меня взяли и сбили, как котенка, папа. Он меня до слез избил. Он приедет на джипе разбираться. Мальчик, вот там книжки хорошие есть. Иди повыбирай. Там камеры стоят. То есть тебе надо спиздить так, чтобы камеры не видели, да? А почему книги реально? Бесценные, они бесценные. Ну вот поэтому я их и взял. 350 стоит. За 100 заберу. Ага, сейчас давай иди. У меня больше нет. Ладно, борьба бы была, но ударить — это последнее дело. Вы должны мне компенсировать удар. Я тебе сейчас вторым ударом компенсирую. Вы извинитесь за удар хотя бы? Нет. Почему? Ты пиздишь книги, сука. В смысле, я убежал, что ли? Еще бы ты убежал. Я выбирал их. Еще бы ты убежал. Я прислушивался сердцем. Может, оно не мое. Иди, вот не твое.
Почем телефон? Сколько дашь? Что это, Samsung? Да. 2000. Ты что, братан? Ну, сейчас смотри, что у меня есть. Только спиздил с магазина. Ебать, экран. Почем это? Это 2,5. 2,5? Бля, ладно, хуй с ним, давай миниет. Не понял. Я сделаю. Ты что, ебанулся, блядь? Ты мне икру, я миниет. Нахуй мне это. Кайфанешь. Пошел нахуй. Ты что, долбоёб, блядь? Ну, икру спиздил с магазина. Ну ты ему предлагаешь. Да, он. Ну если он говорит за 2000, за 100 рублей, его право. Нахуй не посылай его. Ты своровал, мне предлагаешь. Я тебе предложил свои условия. Уйди подальше. Хуй его, ладно, давай нал. Не понял. Ну за икру я возьму, мне 0,5 хотя бы. И что ты хочешь? У меня мама болеет. Если он с тобой зать не взял, зачем ты вообще к нему подходишь? Он мне предлагает икру, я хочу взять. Ты хочешь купить? У меня нет денег. Все, а что, чем хочешь отблагодарить? Ртом. Ой, друг, ну нету здесь таких. Нету здесь таких. Это же Москва. И что, что Москва? Ебаться в жопу, что ли, надо? В рот. Пошел нахуй. Другим подойдешь, тебя ебут. В смысле, у меня ствол с собой? Слушай, что я тебе скажу. Другим подойдешь, тебя убьют. Бля, ну у меня ствол с собой. Да ебал я хуй ствол. Иди отсюда, говорю, я тебя сейчас ебу. Пойдем отсюда. Бля, вы гоните. А, дед, дай на баяне ебану. Ты? Да. Умеешь, да? Да, у меня дед ебашит. Отец, дай ебну. А что с ним, бля, он что, троит? Что-то зависает или что? Давай, давай. Не, он что, он зависает? Да, я играю, ты рядом. Не, я понял, а что, он зависает? Виснет он или что? А? Нельзя так. Что нельзя? Танцевать? Нет, танцуй, танцуй. А, все. Все, все, иди, иди. Кружка моя, я по тебе скучаю. Не-не-не. Можем моим корефанам на зону привет передать? Серега Шуруп и Геня Кирпич. Чисто салам, это мои близкие просто, понял? По беспределу посадили. Беспредел, ты бери. Женя, акула. Ты что делаешь, придурок? Что, долбоёб? Придурок ебаный. Чел пистолет достал, блядь, долбоёб его. Ребят, добрый день, с вами Валерий Интеркор. Подожди. С вами Валерий Интеркор. Я слышал, в этом городе проблемы с компьютерным обеспечением. И я сделаю все, чтобы помочь этому городу. Мужчина, извиняюсь, вас материнская плата не интересует. Они ни хера не секут в этом компьютерном мире. Вот. Let's go. Я извиняюсь. Компьютерные девайсы не интересуют. 20 гигабайт только отменного гей-порно. Видеокарта материнская, переходник и две оперативные памяти по 512 DDR, DDR. Распродажа товара идет. Не нужна. Подсоединяйте к компьютеру. Также, блядь, у нас пару оперативных памяти. Вот, асусовская. По поводу жестких дисков и оперативной памяти к вам. А ты бить от меня? Руки убрал, блядь. Ты хочешь, чтобы я полицию вызвал? Материнка, оперативка, жесткий диск. Я в такую малышку обслюнявил. Иди нахуй. Ты что, ёбнутый? Что, охренел, что ли? В смысле, для совета? Да мне похрен, откуда ты? Я Владимир Касперский. Я ж, блин, тоже не шачина. Вы мне сделали заказ, я что, буду с ним по всей Москве ездить? Возьмите это. Не надо мне это. Я вам еще видеокарту прилежу. Отвали от меня, ты что, непонятно, что ли? В смысле? Понятно. С вами договаривался. Ты больной, что ли? Оперативка не интересует. Братан, поставь себе оперативку, пожалуйста. В смысле? Ну не знаю, куда ты, если поставишь, ну поставь ее, блин. Я же с добрыми намерениями. Иди ты нахуй, ёпты. What the fuck, motherfuck? Ты чё, это компьютерные технологии. У меня есть драйвера, на флешку уже записал. Отвали, отвали, отвали. Оперативная память у меня есть. Также переносной для карт-ридера. По видеокарте GeForce Intel X400. Отстань, я не Владимир. По видеокарте. Какой карт? С Авито. Какой Авито? Ты вменяемый, нет? Видеокарта, материнка, блядь, и две оперативные памяти. Ты чё, ебанутый, что ли? Я... Вот, с вами кашу не сваришь. Я желаю, чтобы у вас компьютер вирусами дома порос, понятно? И к вам ни один компьютерщик не наведался. Скажи спасибо, что здесь камера, все, я тебе зубы сейчас вынесу. В смысле, ты что, стоматолог? Ну и почем ты все это продаешь?
А материнская плата 2000 идет. Ну смотри, вот я сейчас у тебя за 2 косаря куплю, приду домой, включу, оно не работает. И что делать? Встретимся тут, вы мне сунете в ебальник. Да, мы, я извиняюсь, что беспокоюсь. Вашему ребеночку случайно коды на GTA не нужны? Навозите, блядь, коды. Вот, снять все звезды. Иди отсюда. Кто эти коды гребаные заказал? Код на романтическую погоду. Да ебаный рот, блядь! Нахуй, ну, блядь, ему в ремонт надо, нахуй. Ты чё, пожрался, блядь? Возьмите реально что-нибудь. Слышь, для компьютера. Ты меня не понимаешь, иди дальше. Я не понимаю нихуя. Возьмите материнскую плату. Ты я что, вам не понимаешь? Я вам ее со склада привез. Ой, блядь. Чё ты от меня хочешь, блядь? Я нахера эту хуйню привез сюда? Я не заказывал ничего. А кто заказал материнскую плату? А кто ее заказал? Ребят, по поводу материнских... Ты дурак, что ли? Пожалуйста. Если кому надо материнские карты, вы можете обратиться ко мне. Мужчин в синей футболке, у меня есть к вам предложение. Мужчин! Да нет, вы не поняли. Я по поводу материнской карты. Да стой, ты. У меня жесткий диск на 1000 гигабайт. Куколки, давайте погуляем вместе, пожалуйста. Это очень красиво. Я тебе могу драйвера обновить. Пожалуйста, Кис. Кулак, ты не слышишь? Говорю, отойди. Ну я же без негатива подошел. Я тебе без негатива говорю, отойди. Ты какая-то жестокая очень. Хорошо. Тебя воспитывали вообще? Меня воспитывали, а тебя, походу, нет. Меня нет. Это некрасиво, да, вот так парня посылать? Он посылает? К тебе с помощью подходит, а ты его нахер шлешь. Видели, да, пацаны? Вообще зазналась, блядь. Сегодня по спискам вход. Сейчас, извините, пожалуйста. Нет, ты есть списка? Нет. Ну все, видишь, сегодня по спискам едут. Ты что, лих не брал на сегодня? Блин. Ты что, лих не брал? Сам понимаешь. Блин. У нас депозит от 5000 идет. Слышишь, что говорю? Сегодня депозит от 5000 идет. Я один, ты старых проебал. Ну, я тебе говорю, ты всех будешь проебывать. Сегодня только по спискам входы в автобусы. Массаж шеи нежный немножечко. А? Такая мелодия прекрасная. Извините. Нет? Помассирую чуть-чуть. Нет? Хорошо, ради бога, целую. И испаряюсь. Брат, застегиваться ж надо. Ты что, первый день одел, что ли? Она же застегивается сзади. Она не застегивается. В смысле? Она застегивается в капюшон. Ну, это ж меховушка. У меня была такая. Надо застегнуть до конца просто тут. Не надо застегивать. В смысле, у меня была такая, ее надо застегивать. Не надо застегивать. Почему не надо? Ее наоборот надо застегивать. Я говорю, если надо будет, я застегиваю. У меня такая же была, ее надо застегивать. Да, брат, скажи ему, пожалуйста, что куртку надо застегивать. Это не ваши проблемы, это ее проблема. Да, это его проблема. Застегни куртку, братан, у тебя проблемы есть. Странный, да, чел? Пэрис? Мы же в России. Что там еще происходит? Ну, я смотрю, Пэрис написано. Что за негатив? У меня для бестолковых вопросов такой негатив. Не раз спрашивали? Бестолковые вопросы задавали не раз. За Париж. А я за Париж не знаю. Вы же в России просто. Причем тут Париж? Я просто не пойму, при чем тут Париж? Ты мне настрой поймешь или нет? Скажите ему, девушка, потом. Мне что сказать? Слышишь ты? Ау. Гений, блядь. Чего? Вообще, ко моей девушке зачем? Ко мне вообще зачем подошел? Я просто смотрю, написано Париж. Ты мне этот вопрос нахрен задал, блядь, дебил. Ну, я просто не пойму. Я с лицом обладаю, дебил, иди гуляй, ёпта. Короче, ладно. Просто если вы в Россию, одевайте Раша. Вы ж не в Париже просто. Я ходил, ёпта. Ну и что? А что тут Париж написано? Все, иди в кедах отсюда. Ну, а шьются где они? В Китае. Не пойму, почему Париж. Да мне так нравится, понимаешь? Вон, ребята ходят, у них Раша, Боско Спорт. Да мне все равно, что там не другое написано. Дело. К одному чуваку, прикинь, подхожу, у него Пэрис написано на кофте. Ладно, удачи. Друзья, вас редко о чем прошу, но сейчас прошу срочно, перейдите по ссылочке в описании, подпишитесь на канал Влада Чепурина. Это не левый чел, это мой друг, браток, знакомый, приятель, хоуми, йоу. Этот чувак помогал мне с пранками, со влогами, я думаю, вы помните сценку с кальяном, сценку с таксистами. Подожди, куда ты идешь? Во всем он там был, помогал, участвовал. Сейчас он тоже завел канал и пилит контент не хуже, а еще я присоединюсь к нему в коллабу, поэтому, чтобы у вас была мотивация, давайте ему оформим хотя бы 30 тысяч на канале, у вас займет всего 30 секунд, а ему будет приятно, мне приятно, еще новый выпуск выйдет природы, друзья. Нахуй ты мне подножку поставил? Да какая подножка, я вообще спал. Я пизданулся. Мужчина, я извиняюсь, поблизости компьютера ни у кого нету. Мне надо на образ записать винду семерку. Через торрент зайдем, запишем, вы закиньте, я поеду. Не смогу, нет, потому что у меня нет порта для CD. Что за бред? Это Apple? Хера, они что, без дисководов компьютеры стали делать? Да, без дисководов слишком дорогие. Меня, слушай, времени нет, я сейчас занят, понимаешь? Бля, это в уме.
перебал. Мне срочно образ нужен, потому что у меня сейчас заказ в 7 следующий. Я не теряю время. Мне где-то компьютер срочно нужен. Это не к нам. Потому что у меня тоже электричка до 11 всего. У меня тоже электричка, мне в Раменское. Поехали в Раменское, я потом оттуда двигу домой. Блять, нахуй, меня бесит все. Мне надо винду переустановить, блять. Я спросил, блять, халявный интернет, у вас нихуя нет. Windows 7, блять, мне на болванку записать. Я в смысле образ перезаписать, и я двину по домам. Никакого секса вообще. Есть полтос на такси, потому что я на метро хуй успею доехать. Бля, поговори с ним, мне тоже время не железное. Короче, меня, давай я такси вызываю и едем. Ты сейчас охуеешь. 950 рублей? Ты ебанулся, я туда не поеду. У меня заказ сейчас через полчаса на ВДНХ. До тебя только час пиздошить. По компьютерным технологиям к вам Windows перепрошить свисты на остоловисту. Мы никого не вызывали. Че, а че меня? Облапошили, что ли? Тебя как лоха раскрутили. Как лоха? Конечно. Мы никого не вызывали, я никого не жду. Все, я сюда с Карапокинской оперся. Кто меня заказал по поводу переустановки Windows? Потому что я... А можно высморкнуть? У меня тоже сопли. Ты че, чувак? У меня сопли. Тут ковид был, сопли. Какие сопли? Он что, больной? У меня даже шайтан машины нету, ёпта. Это что? Вот это шайтан машина. Телефон? Конечно. Извиняюсь, а диски музыкальные не интересуют? Ничего не надо. Про Evolution Soccer 2000. Валерий Intel Core. Валерий Intel Core. Тебе инвалидность есть? Нет. Странно. У меня просто ногти все сгрызаны от нервов. Мужчина не должен ковыряться в носу и грызть ногти. Мне сейчас в Москве вообще не нравится. Так что, вали сюда нахуй, взял эти микроплаты и снимал. Ты что, вообще что ли идиот, а? Причем мама приходит, честно, я это должен был распродать все. Могу хотя бы объявление сделать? Не надо никаких объявлений. По поводу материнских карт. Отойди. Из-за таких, как вы, потом страдают все молодое поколение. Это ж ты их гоняют вот так, как волчку. Надо переебаться, блядь. Я не пользуюсь, ты че да ебать? Это компьютерные технологии. Что тебе нужно сделать, чтобы продать твой товар? Перестать пить и перестать ссать, сука. Ты не трухло и никому ты ничего в этом мире не должен. Мозгоправ. Ты, блядь, ты оценишь от меня, нет? Вызовите мне машину, мне ехать надо. Какая машина? Я тебе говорю, ты обознался, я тебе, блядь, не знаю. Давайте сделку закончим, да я поеду. У меня еще на ВДНХ переустановка Windows. Ты что, больной, что ли? Я не пойму. Я не разбираюсь в этой хуйне вообще, блядь. Это материнская карта. Да хуя Asus. Она мне нужна. У меня вы ничего у меня нет. Ее заказали. Я ебу нахера она нужна. Она старая, как, блядь. Блядь. Давайте скорую вызову. Нахера мне скорая? Где хуево как-то? Я сейчас всем пизды дам тут. А я сейчас позвоню в психушку, тебя заберу. А я тогда разозлюсь, и я тут устрою взбучку всем. У меня на флеш-карте Windows 7. Хер вы положите, я университет с красным дипломом закончил. Я вас уравнениями уработаю. А? Простите, пожалуйста, просто не передайте эмоциями, что случилось. Успокойтесь. Ну, эмоции переполняю. Надо это глупости. Вам нужно пойти в церковь и почиститься, чтобы от вас лукавое отошло. Это что, молитва? Молитва, 90-й псалом. Потому что вот то, что вы кричали, это бесы. Извиняюсь, я молитвы просто потерялся вчера. Давай, блядь. Что меня трогает? Может, я морду разобью, да убегите его! Фух, мужики, еле нашел вас. Долго бегать от меня будете? Системник, Савита, бери. Зачем мне? Я не просил. Я переустановил, сделал себе драйвера, установил антивирусник. Системник чек я сейчас тоже выпишу. Я тебе маму больше здесь зарезать. В смысле зарезать? Видел свои мозги. Я программист, у меня классный диплом. Я тебе сейчас через питон пропишу. Я что, на придурка похож, блядь, это системный блок таскать по городу. Ты перепутал. В смысле, а кто просил? Не знаю. В смысле? Я не просил. Савита, Виктор, по поводу системного блока. Я же с вами созванивался, договаривался. А нахер я его пил? А я откуда знаю, зачем ко мне подходите? ВДНХ нахуй ехал! Что я перепутал, блядь? Что, блядь, делаешь, блядь? Валентин Степанович! Я перевез на Третьяковскую этой компьютерной технологии. Мужчина говорит, что он не заказывал. Что я? А кто просил заказ? Не знаю. Александр я. Александр говорит, он не Виктор вовсе, он нихера не заказывал. Заебал ты нахуй, тебя телефон на ушки интересует нахуй. Тебя интересует эта хуйня такая, тебя хуйня интересует? Тебя интересует? Что, тебе интересно, что? Не интересно? Что это? Это не мое, это магазина! Меня же уволят за это! Возьми мою видеокарту, да я попизжу, потому что мне пора баб ебать. Ты не охерел ли? Это видеокарта, она же денег стоит. Да ты заебал нахуй? Да ты, сука, заебал, блядь? Мужчина, вы меня разломали, все.
слышишь? Пусть он мне платит, блядь. Я что, на придурка похож? Желаю, чтобы вас вирусы съели, чтобы вас весь компьютер сгнил, чтобы у вас килобайтами не скачивали, чтобы у вас программы не запускались. Блядь, я программист. Охуел, блядь. Ты заебал, блядь, за твои хуйни торговать, нахуй. Я ему говорю, купи мне тоже телефон научный. Чего не покупает, нахуй? Чего попутал, что зачем, блядь, человек? Чего ты, блядь, заебал, чего ты, блядь? Чего ты, блядь? Ребят, не бывайтесь, мне надо ехать к следующему. Телефон мой. Я твой телефон точно не брал. Мы бы могли отсосать друг другу, да разойтись. Нахуя драться? По поводу объявления. Что он сделал? Поговорите с ним, пожалуйста. Он ничуть ребят не переломал. Вообще опасный райончик. Я предлагаю двинуть домой. Потому что я в живых так вряд ли останусь. Мусорка, блядь. Вчера пришел, об нее пальцами стукнулся. Обьешь? Мусорка, блядь. Ты что отобьешь? Ах, блядь. Все отобьешь. Сука. Да гребаная мусорка, я ее душу мотал. Сестру ее в кино водил. Сигарет не будет? Да, будет, брат. Слушай, в гей-клуб не хочешь со мной съехать? Я стол заказал. Ну что, ты обалдешь? А? Не, в смысле, реально, у меня есть сигаретка, брат. Ты хочешь покурить? Съебись, подожди, у меня есть сигаретка. Вот у меня есть сигаретка. Съебись, не, возьми сигаретку. Съеби. Возьми сигаретку. Во, иди. Да, хочешь сигаретку? Съебись, нахуй, сказал, блядь. В смысле? Ты что хочешь? Ты сам-то хотел со мной потусить? Блядь, съебался. На, сигаретку. Блядь, съебался, нахуй, ебать, пока. Ты что, орешь, блядь, дурачок, что ли? Пойдем, съебись, там, говорю, нахуй. Там тебя поласкают, поцелуют, возьми сигаретку. Иди, говорю, нахуй. Возьми одну сигаретку. Нахуй. Ты ж хотел покурить. Съебись, нахуй, говорю, блядь. Ты ж хотел покурить. Что ты хочешь, блядь, с мусорами связать или что? Ты хотел покурить. Я тебе говорю, что не знаешь, я тебя протрузить. Караягненка нету у вас? Нету. А что, надо, что ли? А, да я кушать хочу просто. Я думаю, может, у кого-нибудь погоститься. Именно караягненка? Ага, я обожаю ягненка. Он такой мягенький. О, правда? Блин, спасибо вам огромное. Всего вам хорошего, дай бог детям счастья, чтобы вы улыбались и никогда не болели. Спасибо. Шашлык будешь? Нет, дорогой мой, а? Ешь сам. А что? Раньше был, полчаса назад. А уже покушали? Да. Блин, не задача. В клубе все реально, не виртуально. Наша жизнь игрушка, судьба батальна. Наша жизнь камчик, хоть не бачим. В клубе потабачим и несемся дальше. Бог есть вне сомнения. Вне сомнения. Ты знаешь сам, что он внутри тебя. Внутри тебя. Ты знаешь сам, что его оружие. Вера, вера, пока горишь, ты будь это. Децл же? А? Я не шарю. Децл? Ты в натуре за Децла не знаешь? Нет, я знаю, кто он такой. Я часто с ним сравниваю. А, да? Бля, может, тоже рэпом займешься? У нас студийка есть, альбом. Я не люблю продюсировать альбом. Я играю металл. Металл? Металл — это же что-то грязное, да? Игра на гитаре, кал, вот это там. Говно, моча льет. Говно, моча. Ну, там пивом напились, обоссались, на гитаре ссаны. Это панки. А, панки. Сперма по губам, да? Панки — это же. С ночи до утра здесь всякие бабки. До последнего рубля, йо, у рэпа. Смея тикета, бежу в таблеток. Не дай, не дай, не дай. И драконе скажи, ванамо. Нормальная хуйня? Мне не заходит. В смысле не заходит? Я люблю тяжелый металл. В смысле не заходит? Не-не-не. Тебе не нравится? Я вообще не люблю такое. Все, ладно, без обид. Давай-давай. Давай, хорошего дня тебе. Уберу пока. Чего? Мне мешает она просто. Извини. Там мне писать мне неудобно. Возьмите в сумку пока ее. Нахуй пошел? В смысле? Мне же мешает она. Да меня это. Возьмите ее куда-нибудь пока. Мальчик, отъебись. Ой, блядь. Ой, мама, щеки-дам, щеки-дам. Ой, ё-моё, напугал. Простите, маму потерял. Не видели? Мама! Мам! Мам! Извиняюсь, как его включить? Я не могу маму найти. Кто разрешал вам брать? Я прошу прощения, просто потерялся. Родители не могут. Что дальше? Ты можешь объявить, что я внизу жду? Никого мы объявлять не будем. А как у нас объявляются мама? Только дети до 13. Все. У меня 28. До одного места. А как мне найти маму? Вам вам еще горшок принести? Что он не работает? Он все работает. Не трогайте его, пожалуйста. То он сломан. Я говорю, не трогайте его. Мам! Мам! И не кричите, пожалуйста. Комплексы по правилам кричать запрещено. Последний раз можно? Мам, я на первом! Чё? Вот этот мальчик, и то он, наверное, умнее, чем вы. Да он-то с мамой. Он умнее, чем вы, я говорю. Он не то, потому что он делал, с мамой. Мамой. Причем он здесь с мамой? Он с мамой из-за этого. Я бы на вас посмотрел, если бы мамы рядом не было. Мама, помоги! Выйдите туда. Выйдите на улицу, не кричите. Меня охранник обижает. Я сейчас бабушке позвоню своей. А, я папе сейчас расскажу, а я бабушке своей, что позвоню. Вы кричите на меня. Выйдите на улицу, там кричите. Сейчас мой папа приедет. Он президент. Мне плевать, что у вас папа. Вот потеряли бы вы маму, я бы посмотрел на вас. Что?
Что? Не слышу. Что? Я не слышу, я говорю, я у метро стою. Что? Нельзя так делать. Иди туда, 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 иди там. У меня только в холодильнике ловит. Меня не касается, уйди. Бля, мне надо голову, мне надо голову в холодильник засунуть. Не надо мне в холодильник свою голову. Я тебя не слышу, мне не дают голову в холодильник засунуть. Я не слышу, девушка. Иди отсюда. Что? Не слышу. Как выходишь направо по... Че, гонишь, что ли? Че, ты угораешь, что ли? Нахер отсюда это сказал. Нахуй ты меня за ногу вытащил? Иди отсюда. Ты кто такой вообще? Ты смотрящий за холодильником? Иди отсюда. Не, я тебя спрашиваю, ты кто такой? Я тебе папа разрешает употреблять? Да. Что? Папа мне все разрешает. Что такое? Не подскажете? Не подскажу, что. Где тут дунуть можно? Вы просто питерский сам замутиться тут можете. Я без понятия. Да я не дул сегодня просто. Меня ломает. Вон, об стену ебанись, блядь. Нахера? Ну как, тебя же ломает, блядь. Не, это больно. Ты что, до меня-то доебал? Да не, я просто дунуть хотел. А если я развернулся бы и уебал? Я каратист. Да у меня черный пояс. Вон, об стену ебанись, блядь. В смысле? Че вы злой такой? Ты что, до меня доебался? Ты же доебался, я говорю, дунуть. Мы хотите пойти? Мы свободен, нахуй, ёптать. Я извиняюсь, это утки, я сегодня просто покормить их хотел. Алло, да, не слышу. Чего? Как выходишь, идешь? Я извиняюсь, можете? Я просто с другом разговариваю. Как выходишь из метро? Подождите. Где остановка эта? Где метро, вот Бургер Кинг, который стоит? Чего? Я не слышу. Да, блядь, тут экскурсия какая-то идет, эта ебаная. А давайте я буду рядом с вами. Да подожди, блядь. Как выходишь, идешь на это? Да подожди, я же... А можно отойти в сторону? Блядь, тут какой-то тип орет, блядь. Пройдите 5 метров, вам что, сложно? Да я не слышу ничего. Правильно, вы рядом с дорогой стоите. Блин, меня... Алло, бро, меня нервирует тут жестко. Давайте, мы сами отойдем. Ты слышишь меня? Что? Алло, я где экскурсия? У меня телефон и так тормозит. Отойдите. Меня перебивают, тут куча людей стоят. У них они что-то бормочат тут. Сейчас полицию вызвать. Да дядя в полиции работает. Ничего страшного. Алло. Алло! Блять, у меня просто сел телефон этот ебучий. Не сел телефон! Как я друга теперь найду? У вас есть позвонить у кого-нибудь? Блин, у вас, конечно, не воспитание, ничего нет. Отойдите! Да меня тут люди отвлекали просто. Москва невоспитанные же все. А что они? Москва невоспитанная. Ну да. А что у них? Ни культуры, ничего. Крыша едет, мальчик. Почему? Потому что 30 человек взрослых должны отойти, потому что тебе ничего не слышно. Мне друг звонит просто. И? Надо уважение иметь хотя бы. Людям. Элементарное воспитание. Воспитание. Отойдите туда. Давай, давай, Кирюх. Твое воспитание. Да я парня жду. Кирюх, давай, возьми резину. А это про интервью, про Москву? Я могу пару слов про Москву сказать. Мне в Москве очень нравится. Здесь погода хорошая. Архитектура в Москве просто вау. Нет, мы не по этому поводу. А? Ну, пару слов хотя бы, нет? Не надо. А? Не надо. Но руки-то убили. А, я извиняюсь, простите. Так, мужики, я не понял, мне кому в рот давать тут? А меня кто-то вызвал, говорят, тут минет кому-то надо оформить. А? Кого оформить? Где-то в парке или не в парке. Клиента потерял, короче. Не видели в шортах пацана? Я запил, сюда зашел, сейчас обратно туда. Я в душе не меня, знаю. Меня, короче, вызвали, понял, надо типу в рот дать за десятку. А я его не могу найти. Мне бабки пиздец нужны. А можно тебе смс-ку посмотреть? Или что-то, как вот это пришло-то? Мы в этом знакомстве познакомились. Да ладно. Да. Ты такой бываешь? Ну да, да ну, угу. Пососать за 10 тысяч. А зачем ты там где-то реально тусуешься? Да бабки нужны же. Хули типу в рот дал 10 тысяч. Ну это, конечно, твою сугубо личное дело. Не хочешь подработать, кстати? Извини, я лучше в рот себе пиво засуну. Да это какая-то ж попса, бля, обычное дело. Пиво тебе даст денег, а его ротик даст. Проблема знаешь в чем? Проблема индейцев, вождя не ебут. На пиво я сам себе заработаю денег, а это уже иное. Согласен, брат. Извини, здесь я тебе ничего не могу помочь. Короче, там еще есть вариант. Короче, чувак платит 50 тысяч за то, что ему жопу лижут. Послушай. Но я пас, я не по этой теме. Слушай, мужик. Пока. Давай. Извиняюсь, есть лирика? Нет, можешь. Лирика. Давай, иди отсюда. Я тебе сейчас реально говорю, давай. А где достать ее, возможно? Ты больной, у наркоманов, молодой человек. А, просто успокоиться надо. У меня с девушкой вообще наперекосяк. Знаешь, все пошло. Знаешь, что такое лирика? Успокоительная. Это не успокоительная, давай. А в какую? Валерьянку? На лбу валерьянку возьми. О, что тут, раздача денег? У меня на метро 20 рублей не хватает. Нет, слышь? Еще 10. Нет. Почему? Мне на метро надо. Да, блядь. Фух.
верни, дружище. А? На. А, зарабатывает? Все, возьмите тогда. Я просто думал, вы просто так сидите. Типа раздаете деньги, думал. Я наоборот. А, все, извиняюсь. А если еще стоя на такси поеду? Есть 100 рублей. Давай. В смысле? Да, давай обратно. Я понял, я просто думал, раздача идет. Мне еще на метро 20-ку надо, не будет? Ну, проскочить тут можно. Проскочить. Не дадут пизды? Ну, вообще смело. Мне кента ловили, он им отсосал, его отпустили потом. Не знаю, получится, нет такое. Ладно, на суефа тогда, чьи деньги? Раз, два, три. Ничья, еще раз. Раз. Нет, тихо! Это против... Все, отъебись от меня, давай обратно. В смысле, ты не выиграла? Мне наплевать. Да есть что выпить, я просто сам на рогах. Я сама, блядь, с похмелья, блядь. Ты-то с похмелья, а я на рогах. Что сделать? Вас инопланетянин ест. Посмотрите сзади. Я клянусь. Помогите ему. У него одни ножки болтаются. Но он просто ваши ножки ест. Как его убрать? Да он вас ест, инопланетянин. Вот он козел, а. Не разбираетесь, из стен надпочечник вылез. Ну отойди-то от меня. Смотри. Блин, не так близко. Понял, киста. Знаешь, что такое киста? Вот я снимок же сделал, смотри. А мне такая же херень. Вот смотри, я снимок сделал. Ну, блин, ты меня не ловишь. Так оно же на святую только. Да, есть. Вот, блядь. Подожди, Арсен. Я с доктором сейчас стою. Опухоль увеличена или лучше ее оперировать сразу? Потому что доктор тоже говорит, не принимайте резких решений. Подскажите мне, надо оперировать или нет? Я не вижу. Это же восстановление начнем. А, Арсен, так я не с доктором был. Извиняюсь, а вы одежду, да, только зашиваете? Да. Мне просто очко на днях порвали. Сколько будет стоить зашить? Что? Я говорю, очко на днях порвали в клубе. Какое очко? Ну, мне. Я не понимаю, скажите, пожалуйста. В тематическом клубе был, в гей-клубе. Девственности лишили анальной. Сколько стоит зашить? Я должна теперь зашить вам его. Ну да, сколько будет стоить по деньгам? Или вы только с одеждой работаете? Конечно. У меня просто кровоточит еще. Давайте я вам выпишу лекарство. А какое? Вот именно вот трещина анальная какая-то пошла. Кровь начала идти. В туалет ходить больно. Не знаю, идите к врачу. Какать тоже больно стало. Ань, слышишь, да, у меня какие предложения тут? Просто больше не видел ателье тут. Я еще не местный, проезд. Тут на два дня буквально. Ну, я вам вчера погуляли, сегодня зашиться ничем хотел. Ничем помочь я вам не могу. Я если такой приеду, меня мама домой не пустит. Слава богу, что я не ваша мама. Они просто разорвали меня в мясо. Молодой человек, уйдите, или я вас сейчас все, ушлю. Все, простите. Извиняюсь, а пару швов можете в дорогу накинуть? Ой, хотя бы? Ой, ебическая сила, блядь, ты уйдешь? Мне до Анапы доехать. Слушай, просто уйди, хотя бы. Я тебе сейчас ведро одену на голову, уйди. Прошу отсюда. Прощения, я же реально без негатива. Уйди отсюда. Мне подлатать хотя бы чуть-чуть. Ебическая твоя сила, блядь. Ну не материтесь. Я заплатить могу. Мне реально просто щипит аж. Я не знаю, с кем посоветоваться даже. Да не надо со мной советоваться. Я не хожу по таким клубам. А я вот пошел, дурак, ну, блин, на свободу. Какого хера ты туда пошел? Пацаны, у вас не было анальной трещины? У меня проблема. У нас есть тоже. Кстати. Тоже такая темка? Просто они реально два засунули мне в одну дырку, два сразу. Ой, еще я заболею, наверное, чем-нибудь. Упаси того, милость, Господь. Ань, послушай. Боже, храни того мамонт. У вас спина белая. Спасибо, сперма белая. Тоже в теме, да? Пятишку. Не будет 500 рублей занять до завтра, завтра отдам. Себя миллион нахуй свободу. Не, шучу, не отдам. 1 апреля. Что? Мужчина, у вас яйцо упало. 1 апреля! Повелся? Это усыкашка ведь. Прикол же, не, девушка? Мужчина, у вас спина белая. 1 апреля. Угар, обожаю этот день. Весь смысл жизни в нем. У вас привстал, походу. 1 апреля. Да, прикол. Давай 5. Давай 10. Денисон. Не надо меня подъебывать. Можно подстричься? Модельную какую-нибудь. 250 будет модельная. 250 модельная? Да. А вы что, куда? Мирна, подъема мне. Довезешь? Ну, потом... Если ты сломаешь, у тебя расстреляют. В смысле расстреляешь? Вот. У меня папа мент. А я кто-то? Не знаю, вор. О, кепка! Кепка, братан! Вы такая красивая. Спасибо. Шучу, сегодня 1 апреля. Вы спасибо. Очень красивая. Спасибо. А что вы нарядная такая? Захотелось. О!
Наконец-то я щеманул. Ладно, я вас разыграл на самом деле. Чё? Мне не надо стричься. С 1 апреля. Ты уйди нахуй отсюда, ладно. Уйди, понял? Говорю, у нас серьезный разговор, ты, блядь, со своим 1 апрелем. Мужчина, ваш шнуров развязался. Спасибо. Подожди, сегодня 1 апреля, что ли? Какое? Сегодня вообще-то 6 уже. Сегодня уже 9. Сегодня 9 девушка апреля уже? 10. Реально? Уже 24 апреля. 27? Майя. Майя? Что? Какой долбоёб мне дату сбросил? Включи телефон, я тебе настрою. А если ты у меня заберешь его? А не заберу, бля. Ага, еще 1 апреля. По-любому меня обманешь сейчас. Айфонами я не пользуюсь, я ненавижу. Время и дата. Зайди. Дата и время. Ага, сейчас украдешь. Ну, подожди, ты сыкло. Ага. Угомонись. Дорогой. Да мне похуй. 6 апреля сегодня, блядь, что ты мне говоришь? О, а как ты сделал? Просто отключил, блядь, автоматическую настройку времени. О, спасибо. Да. Капец. Так мне за коммуналку-то уже платить пора тогда. Это уже вас разыграли. Да походу да. А что я тогда зря всех подкалывал сегодня? Вот дураком ты и оказался. А у меня сеструха должна 6-го рожать. Да, нахуй. Бля, вообще у меня другие планы, я кентам шел сейчас. Если позвони, узнай. Родила, не родила. Блядь, это очень жестко. Нас и так напряг с ней. Только понимание настроили. Ты походу чего-то курнул. Я говорю, парень, иди, пожалуйста. А есть зажигалочка? Нету, мы не курим. Нам. Я курю. Не будешь зажигалочкой? А что вы где отмечать вообще будете 1 апреля? Ты что, блядь, дебил или что нам? Или обзаработался? В смысле? А что вы не угораете? 1 апреля же сегодня, день смеха. Тебе сказали, нам не до смеха, вали. А что случилось? Нам. Помочь, может, чем-нибудь? Мы бухали просто первое, сейчас только в себя пришел. Все, человек живет, не знаю дня. Капец. Ебать, здорово. Я себя вижу. Твои выпуски, блядь, сейчас недавно пересмотрел все, блядь. Все? Вообще эти. Да, тебя. Да, давай, давай только тут в такси. Залазь. Я не полезу. Почему? Везешь меня. Сфоткаться ты же хочешь? Давай тут сфоткаться. Да давай в такси. Да нет. Я с тобой залезу, реально. Поехали, я клянусь. Давай. Куда едем? Мы никуда не едем. Сейчас последний. Мы вам не мешаем. Снимаешь? Не, сейчас просто отдыхаем. Сегодня по телкам чисто вышли. Пацаны, мы на Китай городе подтягиваемся. Сейчас едем очко лизать. Не. Привет, поцелуемся? Нет. Почему? О, у тебя же сережка. Ты не знакомишься? Нет. Почему? Давай сходим куда-нибудь, я угощаю. А, чувак, где это? Ты больной? В смысле? У тебя с головы не все в порядке. Почему? Я тебя хотел пригласить погулять. Блин, мужики, не выручите. А, что говоришь? Не хотите мою девушку за 3000 трахнуть, нам на билет не хватает? Такой пиздец случился. У нас номер до вечера, нам потом уехать надо просто. День рождения еще у мамы ее. Получится, нет? Конечно. Ты готова? Да, готова. Ты один будешь? Как вас зовут? Меня Марк. Марк? Да. А девушка? Катя. Вы очаровательный, Катерина. Мне кажется, влюбился. В натуре? Ну, 3000. Договорились. Ты один будешь или нет? Это твой друг? Может, с нами его? Или ты один? Я не знаю. За двоих 6 тогда. Разберемся. Марк, ты что, блин? Ты не героичный. Чего? Ты не героичный. Нет. Ты какой-то напряженный. Просто я, бля, первый раз такого хуйней занимаюсь. У нас свадьба скоро вообще зреет. А бабки нужны пиздец, и мне немного не по себе. Я вроде ее не хочу отдавать, но, сука, бы уехать надо. У ее мамы день рождения, поздравить надо. А Питер. Ты что-то употребляешь? Да я не выспался просто. Можно я только не буду смотреть? Мне это не снится, блядь. Нет, не снится, рот. Лучше бы я ждал, да, блин? Ты с нами тоже? Нет, я не с вами. А почему? Прикольно. Да? Да. Вот только денег нет. Дай ему просто полезать бесплатно. Алло. Ау. Ты что, охуел, что ли? Чего? Полезать бесплатно. А что, это плохо? Я тебя сейчас, блядь, ебну, ты узнаешь, плохо. Извини, я просто не знал, мы просто из Питера, у нас, да, типа, это нормально. У нас это нормально, из Питера, да. Или с Марса. Да. Все, извини, я просто не знал, дружище. У нас просто это нормально. Любишь лизать? Да, да. Ты любишь лизать, но не все любят лизать. Я не знал, я просто думал, да, всех прикалывают. Не хочу ругаться, братан, извини. Кто-то ругается? Ну, он говорит, что-то он меня сейчас побьет. Давик, ты этого не трогай, короче. А я не буду трогать, я ему просто предупреждал, чтобы, блядь, не путал там. Блять, не плюйся, когда мы сидим тут, слышишь? Мы тут сидим, блядь. А, тут нельзя плеваться? Не, блядь, среди пацанов, когда стоят, нельзя плеваться, блядь. Все, извини, я, дружище, вообще не в курсе. А что тут еще за правила какие? Вот еще что-то, если сделаешь, что не понравится, обязательно скажу. Хорошо, договорились. Мы пошли за чебуреками, пойдем покушаем. Блин, дружище, не обессудь, реально, я просто не знал за это.
пойдем? Да, Вик, пока. Можно вам дать 500 рублей, чтобы не останавливали? Я просто взял с собой виски под куртку. Нет. А? Вы меня не будете останавливать? Нет. Почему? Будем останавливать. Вы все равно в плюсе будете? Нет. Ну, под курткой просто. И что? А что, где можно выйти? Через кассу выходи, платить. Там, да, выходите? Ну и что, меня поймали? Нет, нет, я не поймала. Фух, слава богу, я думал, вы меня поймали. Нет. Лень, выйди сюда. Может, с ним можно договориться будет? Что, долго еще? Я тоже спешу. Да стой ты в конце концов. А? Бэй! Что там, долго еще, нет? Здрасте, до меня докопались. Что случилось? Я говорю, вариант, типа, если вдруг я что-то буду брать, 500 рублей дать на руки, чтобы договориться. Говорит, нет, не вариант, начала меня задерживать. Вообще я не пойму просто. Что случилось, я не понял. Он говорит, где он взял виски. Дает мне 500 рублей, чтобы я его пропустила. Где виски? Где виски? Вы сами говорили. Ну, а вы видели это виски? Что вы начинаете? Да ничего, думал, договориться получится, она просто. Ну, что глупости, женщина старше вас намного, вы это, шутки такие. Договориться, может, получится. Ну, перестаньте. А тут еще есть пятерочки или еще есть какие-нибудь маркеты? Может, там получится, да. Ну, не знаю, скажи, уточни. Ага. Короче, с вами каши не сварить, да, тут? Мутные темки тут с вами не пройдут. Ладно, все, антискам, давайте, удачи. Эти 500 рублей, короче. Отвали, говорю. Я не услышал, что я тебе говорил. Я извиняюсь, у меня температура просто. Что у тебя пыльные все эти кроссовки? Девушка, извините, пожалуйста, я просто хочу вам пизду отлизать, нам очень. Поможете, сквирт, все дела? Нет? Спасибо, не надо. А попробуем? Всего хватает. Всего хватает? Да, в принципе, да. Серьезно? Привет, малыш. И то, что у тебя фонарик горит, тебе сегодня нет, полагается. Откуда ты свалилась? Присаживайся. Ну, я же прям в краску вогнал. Давай номерами обменяемся. Блин, я очень хочу. Тем более фонарик еще горит у тебя. А, уже не горит. Ну, ладно, малыш, давай. Меняемся. Пока. Это ваш муж? Я просто хочу вам пизду отлизать. Дура, что ли? Я реально люблю киски лизать. Она видна. Не-не-не. Почему я очень хочу? Справляется. Что писать, 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 писать. Это женский туалет. Как женский? Ну ладно, писать. А интернета нету там? Деньги перевести? Не, мне видео включить. Зачем? Я не поняла. Передернули. Ты еще гонишь, что ли? Я заплачу, в смысле. Нет. Сколько перевод там? 100? Давайте 100 накину молодой даже. Молодой человек, платите и оплачивайте туалет никаких. Да, сколько там? 30 рублей. 100? Давайте за 100. Никаких. Или там нет интернета? Там нет интернета. А смазка есть там? А вот же, да, это у вас получается? Что? Смазка это же? Антисептик. А вот смазка, да, получается? Такой смазки нету, антисептик. А, может, за 100 смазку? 30 рублей. Ну, жду справить. 30 рублей. Передерну 5 минут буквально. Я еще раз говорю, 30 рублей. Вообще не получится. Я за двор чисто спущу. Молодой человек. Билайн у вас же? Да. Может, за 500 получится? Молодой человек. В другом месте. Блин, прикиньте, не пускают туалет. Говорю, можно передернуть. Говорят, ни интернета, ничего, не вариант. Не знаете, где мужчину взрыхнуть тут можем? Она опять. Ну все, на лавочке в центре, жду тебя. Чуть на голову. Извиняюсь. Друга жду просто. А подскажите на брата, вот трусы кинуть, я не знаю, у тебя МКС-ка? С акулами, вот, я не знаю. Вот с акулами вообще. Ну давай померяй. Не-не, вот эти два возьми. Сын, не так не меряй. Меряй, одевай. Почем эти по 300, да, Аня? Да. А есть небритая? Как? Небритая. В смысле как? Ну надпись небритая. Просто я не брила сегодня. Вот эти что? Да меряй дальше. А вот с тигром еще. Как думаете, с тигром нет, да? Пойдет, пойдет. На писюне как будет смотреться тигр? Я не знаю. Тут же рот получается. Да. Это странно. Давал тигру в рот? А вот цели, да, Зай? Писка ждет. А большой, огромный член есть что-нибудь такое? Стояк. А целка есть трусы? Нет. Окончаю только от куни есть? Нет, конечно, не пишу. Вы не мерьте вот так вот, просто сделайте. А, приставни типа? Конечно. Я, он не знаю, он всегда так меряет. А вот цели, хочу только сперму. А, сижу. А есть горловой минет? Нету такого. Люблю куня. Девушке просто хотел взять. Нет. Я ей постоянно. Очень люблю, да. Я ей постоянно подлизываю. А такого нету. Секс? Где секс? Девочки только почитали, хотели купить. А в попу не даю есть? Нету, нет. Глотаю сперму тоже нет? Ну, а пойдем еще посмотрим, если что, можно вот взять. Берегись, киска, зверь близко, да, если что возьмем? На крайняк. А в анал не даю есть? А люблю два сразу в рот, что-нибудь такое. Нет, конечно. А не знаешь, где вот есть такие что-нибудь? Нахуй пошел. Что ты борзый такой, гонишь, что ли? Сука, нахуй. Сейчас что, гонишь, дашь, что ли? Нахуй, блядь, и в два, и в три дашь. Ты что, гонишь, что ли? А ты чего стоишь? Мне нравится опять. Я разберусь для тебя. Пошел нахуй. Вы что орете? Пошел нахуй, слез. В асфальт укатаю сейчас, черт ебаный. Вы неадекватный, вам в натуре надо прийти. Нахуй.
мужчина сбил. Системный блок не интересует. Все, компьютер мне по ноге. Прошу прощения, я не хотел реально, я извиняюсь. Мужчин, вы мне компьютер разломали. Вы меня задели. Ты меня даже не дотрагивался. А как я упал? Ну я смотрю, ты упал, я обернулся, я же испугался. Ты что, больной? Он 20 тысяч стоит. 50 тысяч стоит. Давайте пополам тогда. Ты что, сумасшедший что ли? Вы меня сбили, просто 6 тысяч просто скинулось. Камеры стоят, все камеры стоят. Вы мне сломали компьютер. С вас 20 тысяч. А, разный штраф, это 20 тысяч. Вы мне разломали. Билеты вызываешь, сейчас посмотрим, камера стоит. Ну вы же меня ударили. Да, ударили, ты буду делать. Вы представьте, бежал на заказ, меня просто какой-то чертило сбил с ног. У меня и системник весь развалился, и рука в травме. Пережми руку вот здесь, чтобы тебе больно не было. Доигрались, как говорится. Добрый день. Здравствуйте. Вам вызывали? Сверка, сказали, слетела, полетела. Я не вызывал никого. Так, давайте тут сразу ставим. А я не знаю. Сказали на мороженом перепрошить аппарат, что-то типа такого. Мышка есть? Воткните тогда этот переходник уже, а я флеш-карту уже туда поставлю. Просто если не сломалось, я полечу дальше. Мне до ВДНХ еще надо успеть. Чего тоже ты резиновая, бля. Чего ты орешь? Мне на следующий заказ тоже переть. Иди давай. Мне что, издеваться надо мной будете? Че, а сколько мне примерно стоять тут голову еще трепать? Мы работаем или нет? А? А, спасибо. Все, чтобы под рукой было. Быстрее поговорите, потому что мне тоже лететь надо. Я что, придурок, мотаться с таганки на Крестовый бульвар? Валерий Интелкор. Валерий Интелкор. Мужчин, я, короче, отстраняюсь. Не, ради бога, если вы отказываетесь, я только зря потому что у меня еще заказ есть. Все, добро. Короче, он сказал вам отсосать их расход. Чего ты сказал? Он сказал. Давай все, иди, пожалуйста. Наберите Илюхи, уточните этот вопрос. Иди, пожалуйста, отсюда. И я извиняюсь, мы сейчас будем переустанавливать терминал, пока... Мы не будем ничего переустанавливать. Заняты. Давай, а мне, мне куда двигать дальше? То есть двигай, мне вам сосать не надо? Нет, не надо. Мне его шеф сказал, что я вам должен отсосать, а он мне говорит, что я ему не должен отсосать. Слушай, все, счастливо. То есть прощаемся пока. Я вам минет не должен... Нет, не должен. ...делать. Нет, ладно, давай, все. До свидания. Все, давай. Всего хорошего, я извиняюсь, что беспокоил. Мужики, добрый день, я интересуюсь, вас не интересует оперативная память. Виндовский терабайт. Ты мне диск сломал. Здесь все самые важные программы были записаны. А за это диск с вас 7 тысяч рублей. Чего, блядь? Скажи ему, он не должен за диск 7 тысяч. Я тебе сейчас глаз прострелю, нахуй. Что, бля, придурок, бля, больной, бля, нормальный. Полиция, заберите этого неадеквата. Что делаешь, блядь? Своему волкодаву скажи, пусть за мой диск платит. Давай. Слышь, ты что сделал? Что ты сделал? Ты самый настоящий рыбак. Тебе сейчас зубы выбью. Ты мне сейчас хочется. Все, давай, свободен. Нужен будет минет, свистану. Новый нужен. Я за полтос готов работать. Я могу минет делать еще. Я не набираю. Реально. Я не набираю. После работы. Это никого не. Молодец. А ты можешь пранки снимать, подходить кого-нибудь. Оператора только надеешься, что снимал. И что говорите? Молодец. Общительный парень. Че, брат, как дела? Здорово, пацаны. Ты видел, я тебе видео скидывал с типом? Да, да, видел. Пиздец вылитый, да? Вот этот, который? Смотри, ёба. Нихуя. Ты голос послушай, охуеешь, Вася. Похож? В смысле манера разговора, блядь. Так. У него и притча такая же. Тихо, слушай. А, да ладно. Так я проспал. Меня сейчас уволят. Ты кали? А как его зовут этого типа? Пранки. Ты посмотри, брат, его в смысле. Ты охуеешь, ты сам себя сейчас увидишь. Я тогда тебе говорю, а где камера? Кто снимает со стороны? Это ты, я думал, прикинь, я охуел тогда. Это Шанапа. Это же здесь, слышишь? Слышишь, это же в Анапе. Он еще в Анапе был? Да, прошлое видео. Слушай, ты охуеешь, да, Вася, эти двойника нашел? Как такое бывает? Бля, ты приколи эту хуйню? Ты не охуел? Он в Анапе снимает, у него прическа такая же. И даже голос такой же, разговорная речь такая же. С ума сойти. Девочки на виртуальной реальности, заходите, проходите. Вот, смотри, слушай. Он же разговаривает так же. Похож голос, охуеть, пиздец. Охуеть, посмотри. Просто чуть по-другому одет, да, и все. У него чуть волосы, да, длиннее? Да.
В смысле, ты не охуел, а? Да я охуел реально. Пиздец, Убар. Да это ты не пизди, Иван. В смысле? Это ты 100%. Реально? Да, ты снимаешь его, ходишь. Как ты понял? В смысле, как я понял? Что это я? В смысле, как ты же говорил, другой тип это. Да это ты, Иван. Это Маркус какой-то, видишь? Маркус? Ну. Это серый. Ты все ходишь. Мозги не ебите мне, Иван. Не, реально. Дайте сигу. Это я или нет? Да ты, Иван. Так ты же говорил, не я. Сейчас меня в ТикТок выкинешь, Иван. Ты же говорил, это не я. Да это ты, давай. Давай, давай перекурим. Я хуй. Ты сам не охуел. Такой вопросик. Надо обкашлять. В смысле, даже разговаривает, да, так же, ёбан? Вообще, копия. Ну там Маркус, видишь? А я Марк. А я под Маркой. У тебя был с собакой хоть раз? Да ну нахуй. Ты прикинь, один раз хуем поводил, она меня куснула как. Нихуя ты месишь. Да посмотри на её походку, видишь? Это, по-моему, та и была. Ну что, друзья, надеюсь, вам этот выпуск понравился. Все подходит к концу. Оставляйте свои лайки, комментарии. Хочу заспойлерить, также у нас выйдет скоро шоу. Не буду говорить, что к чему, но надеюсь, вам очень понравится. Друзья, ну, естественно, не забываем подписываться на Инстаграм, на Телеграм. Там выходит весь топовый контент, который вы не увидите на Ютубе, поэтому срочно оформляем подписочку. Вас очень люблю. Еду лизать киску за вашим.